Добрый день, друзья! Меня зовут Нейля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим хрустящие снаружи и очень нежные внутри творожные пончики. В меру сладкие, вкусные как горячие, так и холодные. Рука так и тянется за следующим. Из небольшого набора продуктов получается большая тарелка вкусной выпечки. Этот легкий и быстрый десерт, как приготовить пончики из творога, пригодится, когда вам вдруг захочется сладкой выпечки. Такие вкусные хрустящие творожные шарики готовятся очень быстро и легко. Для приготовления нам понадобится мука, разрыхлитель, сахар, ваниль, яйца, соль, творог. В миску насыпаем 3 столовые ложки сахара. Добавляем 3 яйца, щепотку соли и немного ванили, буквально на кончике ножа. Взбиваем миксером минуты 3-4. Сначала на маленькой скорости, затем добавляем. Масса должна посветлеть, а сахар полностью растворится. Вот такая масса получилась в итоге. Теперь берем творог, примерно 16 столовых ложек. Жирность не имеет значения. Если он у вас комочками, разомните вилкой. Вливаем в него яичную массу и тщательно перемешиваем. Небольшими порциями вводим муку. Добавляем разрыхлитель. Муки по рецепту необходимо 300 грамм. У меня ушло меньше, так как творог был довольно сухой. Поэтому вводим постепенно. Вымешиваем сначала в миске, затем на столе. Когда тесто будет держаться одним комком, делим его на две части. Раскатываем колбаску и нарезаем небольшими кусочками. Я хочу шарики небольшого размера, поэтому каждую колбаску делю на 30 кусочков. В итоге у меня получится 60 шариков. Можно поделить на 40 шариков, тогда они будут покрупнее. Учитывайте, что во время жарки шарики немного увеличиваются в размере. Берем по одному кусочку и формируем шарик. В муку макать не нужно, так шарики получаются ровнее. Готовятся они очень быстро, поэтому важно перед жаркой сформировать все шарики, а затем уже их обжаривать. В сотейник наливаю рафинированное масло где-то на 2 пальца и нагреваю на среднем огне. Когда масло нагреется, опускаем в него пончики. Предварительно еще раз покатайте их руками. Обжариваем небольшими порциями, периодически помешиваем, хотя в процессе жарки некоторые шарики сами переворачиваются, но я все равно перемешиваю. Обжариваем до румяного цвета. Готовые шарики выложите на тарелку, застланную бумажным полотенцем, либо салфетками, чтобы ушло все лишнее масло. Готовые пончики выкладываем на блюдо и присыпаем сахарной пудрой. Пончики получились в меру сладкие, очень ароматные, с твердой корочкой и мягкой серединкой. Когда кушаешь, чувствуется легкий вкус творога и попадаются даже маленькие крупинки. Несмотря на то, что готовились в масле, получились совершенно нежирными. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Нейля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой!